Завершаются ремонтные работы на нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева. На заводе, обеспечивающем большую часть спроса на топливо в Азербайджане, реализуется второй и третий этапы проекта по модернизации и реконструкции. Конечная цель проекта – повысить производство до 7,5 миллионов тонн нефти в год. При этом увеличить объем экспорта, оптимизировать операционные расходы и минимизировать экологические риски. Подходят к концу плановые ремонтные работы на НПЗ имени Гейдара Алиева. Ремонтно-наладочные работы, начавшиеся месяц назад, планируется закончить 4 ноября и вернуть в эксплуатацию отремонтированные установки. Периодические ремонты на нефтеперерабатывающих заводах часто практикуются по всему миру, поскольку профилактический ремонт является гарантом безопасной и непрерывной деятельности завода. В установленные сроки завершились ремонтные работы на заводе. Ежегодно мы основательно готовимся к реализации планового ремонта. Все техническое оборудование тщательно проверяется и очищается. В случае неполадок мы заменяем то или иное оборудование. По окончании работ завод вновь приступает к работе. В ходе работ было задействовано 270 работников строительно-ремонтного участка номер 13, действующего на территории НПЗ. За каждым работником была закреплена своя задача. На данный момент мы продолжаем безопасную и эффективную работу в этом направлении. В связи с работой для планового техобслуживания установок также была приостановлена работа установки по первичной переработке нефти LOAFT-6. По этой причине была запущена установка по первичной переработке нефти LOAFT-2, расположенная на территории бывшего НПЗ «Азернефть-Ях». Мощность установки LOAFT-6 составляет 5 миллионов тонн нефти в год. Производство бензина во время ремонта усложняется. Для того, чтобы возместить возникший дефицит, СОКАР каждый год импортирует бензин марки АИ-92. В этом году мы запланировали завести в целом дополнительно 120 тысяч тонн бензина марки АИ-92. Он заводится в основном из России, часть в этом году из Туркменистана. В прошлых годах завозился также из стран Черноморского бассейна. Объем импортируемого бензина из года в год растет на этот период, и причина этому в росте потребления, уровня потребления бензина в стране в целом. Параллельно с этим ведутся работы по модернизации и реконструкции нефтеперерабатывающего завода. К 2022 году планируется производство высококачественного бензина и дизельного топлива, отвечающего стандартам Евро-5. К 2025 году НПЗ имени Гейдара Алиева сможет покрыть полностью спрос на нефтепродукты не только в Азербайджане, но и в соседних странах. Нигиар Рахманова, Фирус Рагимов, CBC.